Привет всем, вы на канале Бер и Гейм, мы продолжаем проходить трансформеры падения Кибертрона. Кибертрон все никак не может упасть. Шлак. Шлак, попки нахуй. Шлак в заднице. Так, тормозим. Смельчак, смотри. Космический мост, Т. Что это такое? Берегись. Где наш щит? Выглядит... Та башня у моря ржавчины, верно? Так, я не могу ничего делать. А Оптимус ошибался. Что это такое? Что это? Цель на нем, да? Нажмите Е, чтобы обрушить. Ты в порядке, смельчак? Ты не похож на себя. Я в порядке, нам нужно найти Рика, пошли. Возможно, я знаю, куда его забрали. Что это такое здесь стоит? Смельчак, за мной. Пойдем, Фила. Я разведаю. Опять я упал. Куда мы все не по зеленой жиже ползаем? В этой форме нам намного проще. Не отставай, смельчак. Ох, у нас по... Шлак. Ладно, не идите нахер. Какие-то козявки тут мешаются нам. Шлак, берегись, они очень сильные. Кто? Что? Не нужно. А. Они, он сам его загасил, да, по-моему? Что это такое? Не понял. А теперь понял. Нет, теперь не понял. Обнажился пестик. Что это значит? Я ни черта теперь не... в ту кинуть. А? Когда дверь откроется, в ту штуку кинуть. Кореша, что делать? Подожди. Да иди ты нахер. Что вы мне тут с детскими загадками мучите? Вот так. Зашибись. Так, теперь я опять прыгать не могу. Что из-за жижа? Кто-то кидается. Насекомые. Мухи. Смельчак, я под огнем. Держись, у меня есть идея. А у меня нету идеи, я иду. У тебя есть идея, у меня нету. Смельчак, помоги мне. Отличный выстрел. Найшот, это он про меня, так я знаю, я всегда хорошо целюсь. Что это такое? Все, Жожа, подохну. Покажем им. Плевало инсектиконов, они опять идут. Чего? Кореша, что тут дело? А, понял. Они могут смеяться. Отличный выстрел. А куда нам стрелять? Нам в дырку надо попасть. Не мешайтесь, мухи ЦЦ. Вот, так я в них все время попадаю. Я думал там... Смельчак, сверху. Кто сверху? Кажется, здесь тупик. Я думал, там какое-то гнездо нам надо загасить. Это поможет. Рой инсектиконов. Смельчак, смотри, там еще. Ну давай в амбала превратимся. Смельчак, ты цел? Давай, давай, топчи их. Так, ну эти. Возможно, этот робот крутой. Еще бродяги, ненавижу этих тварей. Возможно, этот робот и крутой, но у него он очень медленный. Что там такое? Что там за фигня бегает? А это наш кореш. Ладно, мы вас так загасим. На одном месте кружим и кружим, кружим и кружим.
Так, куда бы нам пнуть эту херню? Что тут происходит? А, блин, нам труба сейчас будет. Эти гады ползут отовсюду. Это точно. Ползут и ползут, ползут и ползут. Ладно, будем кружиться. Вот такой вот сюжет у нас, да. Будем убивать их и убивать, убивать и убивать. Нет, я не хочу превращаться. Обратно, пожалуйста. На самом краю стоишь. Сколько их здесь вообще много? Ты говоришь, просто у меня наушники очень громко, так что я так не слышу, что они говоришь. Сдохли? Я говорила, что ты на самом краю. Где эти плотная пропасть? Тебе эту колонну надо сбить. Зачем ты это делаешь сейчас? Какую колонну? Вот эту колонну. Тебе надо ее сбить. У тебя цель, видишь на ней? Нет, я не видел цель. Нахрена нам ее сбивать? Теперь сейчас полезут жуки, и надо их убивать. Смотри вниз. Давайте, жучки, лезьте. Что это такое? Ну, давайте быстрее только идите. Нам надо двигаться, а не на месте стоять. Быстрее ползите, чтобы я вас всех замочил быстрее. В ржавой воде. Бродяги, ненавижу этих тварей. Ну что, кто там еще? Один. Два, три, пять, десять, пятнадцать. Ты еще живой? Поршень. Эти гады ползут отовсюду. Думаю, их загасим. С таким мечом-то. Хотя бы их легко давить. Не хочу я менять форму. Мне эта тормознутая форма пока устраивает. А та еще тормознутей. Нет, я туда не пойду. Блин, я могу упасть. Уф, вот вам букашки безмозглые. Как-то он бьет странно, когда... Ну давайте быстрее закончим с этой потасовкой. Когда она уже закончится-то уже, ё-моё. Сколько букашек-то можно наделать? Уже неинтересно даже. В них можно вот этими бочками кидать. Да можно. Ну что, закончилась эта фиашишняга? Пока пес нас дерется там. Чего они не кончаются, не понимаю. Я не хочу динозавра променять. Его мне не нужен. Он такой тормознутый, что... Фиг его знает, что делать-то. Ничего не происходит. Может быть сюда вот, наверх к нему надо идти. А я не смогу запрыгнуть. Да? Конечно, он амбал, он вообще... Ух ты, ё-моё, короткоствольный, он не может вообще прыгать. Слишком... Ну убей вот эти гнезда тогда. Вот. Какие? Это а не это... гнезда. Это не гнезда. Я не знаю, что здесь делать, давай попробуем. Ничего не. Может, облик динозавра надо принять, тогда что-то будет. Так а нахрена нам динозавр? Ну что ты орешь, что ты орешь? Ну вот и они появились. А. Ну их хотя бы легко давить. Странно. Именно динозавров они увидели, побежали, да? Он очень медленный, нерасторопный вообще. То есть или расторопный, или нерасторопный, фиг его знает.
ты порубил противников как колбасу из бериллия. То есть, как... Нет, как колбасу из бериллия. Как сырьевую салями. Пошли. А у них что, колбаса есть? Вытаскивай меня. Блин, ну... Смысл был, я мог бы их в таком облике их убить, правильно? Зачем было динозаврам превращаться? Смысл? Логики никакой не вижу. Не отставай, смельчак. Давай, пойдем. Протормозили с этим дерьмом. Что здесь за жижа? Я понял. Шлак, стой! Шлак. Шлак. Я уже устал. Придавил, ну. Как же ты устал? Ты же железо. Дверь должна открыться. Так, какой проход открыт? Ага, понятно, нам надо кинуть. А где эту фигню взять? Пошли наверх. Что это за жижа тут? Блин, а я только смогу кинуть. Блин, я ж не успею за ней. А может успею. Блин, он этот дятел пока приземлится, какой же он тормознутый, просто вообще. Вообще играть за него неинтересно, если честно, это мое мнение, нахрен. Потому что он тормоз. Вот, приземляет еще. Нахрен. Только как-то ускорение спасает немного. И куда ты мог пойти, Слаз? Да, о, еще. Да, еще. Пойдем яйца уничтожать. Где Рык? Что там происходит? Кто там стреляет? Запрашиваю подмогу. Я ничего не могу сделать так. Уничтожить. Иди нахер. Кругом они повсюду. А-а-а! Уничтожить. Кого уничтожить? Как уничтожить? Убить его. Съем. Съем. Хангри, голоден. Каким хером нам эту шнягу уничтожить? Ну на. Динозавр. Давай динозаврам. Что ты можешь делать динозаврам? Только динозаврам, да, можем уничтожить? Зашибись. А так он слабый. Пища. Продырявим его. Вставай, Амбалус. Разлетались шняшки. Пока на этих нам не уничтожим, то мы не пройдем никуда. Яйца потные. Можно туда пройти? Ну все, пропускайте нас, яички потные. Рык, это ты? Смельчак, вытащи меня отсюда. Да, это Рык. Как мило, пришли спасать своего маленького дружка. Я пришел разорвать тебя на мелкие куски, снайпер. Что делаем? Инсектикон. Понятно, почему он... А, глупый динобот. Понятно, почему он всегда грр говорит. Потому что он же динобот. А динозаврам и диноботам положено говорить грр. Так, а что нам делать? Я пока не понимаю. Ненавижу насекомых. Тебе нас всех не перебить, смельчак.
Перебить, перебить, мошки вы долбаные. Ты бы сам бы спустился сюда, что тебе сделали трусом таким? Сохранение. Есть мельчак, где ты пропадал? Заткнись и сражайся, Свуп. Ну давайте, клопы. А, глупо, динобот. Клопики, давайте. Иди нахер отсюда. Нет, это поле, понятно. Мы его не сможем, наверное, пробить. Клоп, давай подохнем быстрее. Букашки, я вас не боюсь. Это точно, долбанные букашки. Все, давай-ка сделаем по-другому. Это их не долбанные улья. Не мешайся здесь, не мешайся. Еще есть? Что там такое? Здоровяк инсектиконов, Т. Зашибись. Букашка опять большая. Да ты что? Нету букашки. Плохо, что далеко до этой херни идти. Нам надо эти яйца уничтожить все. А, ну вон она, там что-то шарится. Что здесь происходит? Мы с тобой с динозавром тогда справимся, тварюга. Где ты там? Смельчак, куда? О, полезли, полезли. Ага, на динозавра вы полезли, потому что он тормознутый и медленный, да? Тебе нас всех не перебить, смельчак. А где мошка-то? Вас огонь не гасит, что ли, херы? Что-то вы не... Тебе нас всех не перебить, смельчак. Что-то они орут, как действительно какие-то животные. Они же роботы, они должны кричать, как роботы. О, это где дерьмо? Да не цепляйся ты мне, задолбала. Большая ошибка, здесь вам... И конец, диноботы. Ну что ты там? Рык. Рык. У него какой-то таймер идет. Заткнись, смельчак. Как же нам вырубить эту штуку? Не знаю, давай тут все разобьем. Что может за быть, рык? Рыка убивают, походу, медленно. Да? А кого бить надо? Он сказал, давай тут все разобьем. Мимо. Может быть, по этим вот трубам надо бить. Они все-таки горят. Послушай, как он кричит. Динобот. Странно, кого нам бить? Динобот может это бить? Кого? Динобот этот, это может бить электричество? Не, не может. Он только может вот так вот. Динобот, а, ну понятно, вот этот может бить, да. Пойдем, ты шеф можешь бегать? Блин, он пока до них дойдет, а он вообще не идет. А ты превращайся в этого. Блин, да, он медленный.
Не, это основная, это тебе надо мелкие гасить сначала. А нет, он бегает, бегает, во. Сохранение. Еще парочку. Что это такое было? Опять тебе надо накапливать ярость. А, жук этот появился. Этот насекомое. Ярости нету, да? Да, думаю, с этим мы уже сталкивались. Где это жаба? Она должна врезаться. Давай, давай, стерва. Скорее, смельчак, рык больше не выдержит. Как же мне весело. Так, сдохло. Блин, сколько этих мужик, как они задолбали меня уже. Где нам эту гасить херню? Вот эту что ли гасить? Mm-hmm. И еще какая-то одна. Бежим, бежим. Давай бей, кореш, бей быстрее. Осталась еще одна. Какая? Где? Может, основная это? Может быть, основная? Вот, наверное, она, да, красная. С другой стороны, наверное, с другой. Давай, ну, Амбалус, ну какой же ты медленный. Все. Ох, медляк ты-то какой вообще. Все. Не приближайся ко мне, не приближайся. Он же обещал его порвать на куски. Рык в неважном состоянии, смельчак. Нужно найти место, где его удастся подлатать. Загрузка, наверное, здесь и сохранение. Давайте быстрее, кореша. Подойдет. Все, подписка на канал, ставь группу ВКонтакте, комментируй, лайк. Пока. Пока.